СГ, колония, выглядит просто пушечно. И разыграем вот эти все 10 пушек. Ты просто спросишь, почему такой скин стоит всего лишь 250 рублей? Должна вообще рядом стоять с Драголором, я считаю так. Эй, здорово, дружище, с тобой Серега, Сайбербанана. И сегодня мы подберем лучшие скины в среднем диапазоне 250 рублей. Интересно, присаживайся поудобнее. Я начинаю. А перед началом ролика хочу тебя пригласить на трансляцию завтра в 15:00 по МСК. Мы будем рубиться один на один турнир и разыграем вот эти все 10 пушек. Давай, дружище, я тебя обязательно жду. Первая ссылочка в описании, чтобы участвовать. Короче, погнали смотреть самые топ-10 скинов за 250 рублей. Скины я брал от 220 рублей до 250 рублей. И это только после полевых испытаний. Потому что можно за нормальные цены найти хороший флот. Топ-10 у нас открывает барабанная дробь. Калаш, колымага, выглядит охренительно, ты посмотри на все наклейки, разглядывать можно абсолютно каждый уголок, но посмотри именно, когда ты целишься, в правом углу там крылья и красивый кубок, это уже тебя преднастораживает, что сейчас будет клатч, поэтому, дружище, топ-10 обязательно, летим к топ-9. На 9 место я поставил реактор, вот этот охренительный глок, но не мог я оставить его в стороне, потому что смотри, как с этими перчатками он выглядит, и даже сам рисунок просто пушка, поэтому 9 место, летим к 8. Этот юсп я не мог обойти стороной, он выглядит очень круто и даже каким-то неоном попахивает, поэтому смотри, юсп калька, выглядит действительно достойно, смотри, даже какой-то еще рисуночек там есть, вообще пушка, ну согласись, если да, лайкусик залепи, и мы летим к 7 месту. Когда вышел этот скин, я реально в него влюбился. Я хотел его сразу же купить, но цена была очень дорогая. Но со временем цена упала, и он у меня в руках. Ты посмотри, СГ, колония, выглядит просто пушечно. И мой любимый цвет также здесь присутствует. Поэтому, дружище, достойное 7 место, а мы летим к 6. Немножко спойлерну, а ВП будет 2, но на 6 место я поставил Мордис. Выглядит охренительно, ты посмотри. Отчасти что-то мне напоминает какие-то очень дорогие скины, а он стоит всего лишь 250. И наклеечки, кстати, тут на халяву мне достались. По автозакупу покупал, еще какая-то что-то, неважно чего. Но просто, ты посмотри, флоут отличный и скин охрененный. Для вапера просто пушка. Летим к 5 месту. Вот сейчас только не надо, вот сейчас только не говорите, что опять желтый цвет и так далее, но вот эту ЦЗ-шку я просто обязан показать вам. И стоит всего лишь 250 рублей, и просто ты чувствуешь себя как будто, знаете, вот Адидас туда-сюда, райончик, пацанчики, выглядит пушка. Если да, обязательно влепи лайкусик, я думаю, мы с тобой, ну, одинаково мыслим. На 4 место я поставил грозу террористов, а именно вот этот вот скин, злобный даймы, подходит просто к любому сету, но больше всего, естественно, к красному. Кстати, смотри, тут мне еще какие-то стикеры есть, ништяк, ништяк, это на халяву, это же автозакуп, вот такой прилетает, годно, да конечно да. Летим теперь к топ-3 самых лучших скинов за 250 рублей. Пока не показал тебе топ-3, хочу попросить об одном. Ссылочка в описании, залетай к нам в Discord канал. Мы угораем, веселимся, слушаем музыку, вместе играем, поэтому я тебя там жду, давай. А на 3 месте у нас вот этот заговор Desert Eagle. Это один из немногих скинов, который действительно мне нравится на дигле, потому что остальное все какое-то барахло. А вот это просто минимализм и выглядит круто. Ну что, погнали ко 2 месту. На 2 место я бесспорно ставлю этот скин, а именно М4-1С Хрусталь. Ты просто спросишь, почему такой скин стоит всего лишь 250 рублей. Я сам не знаю, почему он недооценен. Я считаю, что его цена должна быть минимум 1005. Потому что вот недавно вышел, помните, новый скин, тоже с М4-1С, где аниме. Практически тот же самый, один в один, даже цветовая гамма такая же. Но почему-то стоит это дешево. Поэтому стоит его брать, и 2 место заслуженное. Летим теперь к 1-му, самому лучшему. Как ты считаешь, какой я скин поставил на 1 место? Давай я тебе дам ровно 5 секунд. 4, 3, 2, 1. И это у меня, дружище, древесная гадюка. Если ты считал так же, поздравляю тебя. Мы мыслим с тобой одинаково. Но если нет, напиши в комментариях, какой скин ты считаешь
должен быть на первом месте, либо на втором, либо на третьем. Обязательно я прочитаю все, мне это очень интересно. Ну а этот скин, ты посмотри, он охренительный. Смотри, с одной стороны, с другой стороны, цветовая гамма просто пушка. Вот эта змейка должна вообще рядом стоять с драголором, я считаю так. Но 250 рублей это не деньги, чтобы себе такой скинчик купить. Ну вот я тебе рассказал о лучших скинах за 250 рублей. Если ты хочешь, чтобы я рубрику это дальше продолжал, 500 рублей, 1000 рублей и так далее, напиши в комментариях «хочу продолжение», я это буду понимать. Ну и добавок напиши в комментариях свой топ, который ты хотел бы видеть именно за 250 рублей. Я это тоже все прочту. Все, давай пока-пока. В описании конкурс, мы уже завтра подведем итоги. Ну и посмотри вот этот годный видос. Удачи!